Крупнейшие производители, поставщики, современные технологии, инновационные материалы и оборудование, международный состав участников – это и есть отличительные стороны, которые были присущи выставке «Росмолд» и «Роспласт» все эти годы. Поддержка отраслевых союзов, министерств и ведомств также является признаком значимости этих мероприятий для отраслевого сообщества. Мне очень радостно, что на этой выставке представлены не только традиционные методы изготовления и производственные процессы, но и новые технологии. Аддитивное производство уже сформировалось в отдельный раздел этой выставки – 3D-тех. Поэтому мы рады видеть вас на этой выставке и надеемся, что присутствие на ней и работа принесет вам новые деловые контакты и успехи в производстве. Ждем вас на выставке. Мы очень довольны предварительными результатами выставки. Экспозиция выросла на 5% по сравнению с прошлым годом. Царит очень живая и продуктивная атмосфера на выставке. Выставки «Росмолд» и «Роспласт» демонстрируют стабильный рост из года в год. Участвуют крупнейшие российские производители, поставщики, интеграторы, а также центры аддитивных технологий. Данная выставка в этом году, мы ее считаем очень активной. Сегодня мы общаемся во второй день выставки, и мы, честно говоря, еще ни разу не присели. Поэтому всем нужно быстро заместить те цепочки, которые прервались в силу геополитических проблем. С этим мы здесь и находимся. Компания «Евродеталь» значительное время участвует совместно с нашим предшественником, с 2006 года участвуем в выставке. Мы приятно были удивлены количеством посетителей и количеством клиентов, которых мы смогли найти на этой выставке. Планируем участвовать в 2023 году, планируем даже увеличить размеры и объемы стенда. Естественно, Росмолд, в котором мы участвуем ежегодно, уже последние 3 года. По одной простой причине, среди наших резидентов очень много компаний, которым эта выставка является профильной. Поэтому призываю всех стартапов, во-первых, идти в Сколково, становиться нашими резидентами и участвовать в такой замечательной профильной выставке, как «Росмолд». Мы участвуем в выставке «Росмолд» самой первой. Понимаете, чем хороша эта выставка? Здесь нету лишних посетителей, которые обычно на больших выставках, где люди приходят непонятно с какими целями и задачами. На своего экс-производителя приходят свои потребители. Потому что это, в общем-то, главная специализированная выставка в стране. Наверное, мы были одним из самых первых участников «Росмолд», «Роспласт» и продолжаем участвовать и будем участвовать дальше. Вы видите, что наш стенд из года в год растет. Целевая аудитория, которая в этом году пришла на выставку, она отвечает нашим потребностям и на то, что мы ждали. По-моему, Иран дафе аввалие, ке дар намоишгах «Роспласт» баргузар мише. Дар ин павильон 6 та петрошими аз петрошимиҳои бузург Иран ҳузур доштанд. Ин ширкатҳо ҳар кадом бисёр ширкатҳои бузурги ҳастанд ва маъруфанд дар Иран. و مشتریان بسیار زیادی در دنیا داره و ما امیدواریم سال بعد پاویون بزرگتر از این داشته باشیم. Понятно, что сейчас выставка проходит достаточно непростое время, тем не менее количество и посетителей, и количество проектов очень большое, чему мы очень рады. В основном приходят именно специалисты, которые интересуются конкретными литьевыми вопросами, литьевыми проектами. Очень много различных проектов по импортозамещению, по развитию существующих производств. То количество посетителей, количество проектов примерно на 20% выше, чем в прошлом году. И до встречи в новом году.